Друзья, у нас начинается представление с 9 часов вечера на 2 суток. Спешим домой. С пионами, скорее всего, прощаемся в этом сезоне. Ах, какие были пионы. Впрочем, они всегда радуют. Очень увлекательно выращивать эти цветы. Розы, друзья, не для Сибири. Я их даже не показываю. Розы-слезы. Даже в жаркое лето. Слишком короткий период вегетации, а вот пионы — это другое дело. Попрощаемся. Как же не хочется прощаться. И в букеты срезать бесполезно. Они весь день простояли на жаре выше 30 градусов на солнцепёке. Какие уж тут букеты. Быстро-быстро собираем ягоды. Подвязали помидоры. Нужно срочно домой уходить. Ярославна. Моя пусть не останется без внимания в этом сезоне. Поснимаю, друзья, ее для вас еще раз со всех сторон. Конечно, после бури я не буду делать видео в своем саду. Это ж будет сплошное разочарование. Какая же она в этом сезоне 1,30 м высотой. Почти что древовидный пион. Солнце спряталось, везде не было ни одного облака. Полюбуемся ее цветами, возможно, напоследок. Я думаю, что такой ветер измотает этот высокий куст. Очень жаль. Ну что ж делать? Полюбуемся, насколько это возможно. Возможно, что и последние кадры в этом сезоне. Пионы отцветают. Альберт Крус. Второй куст. Ах, какая красота. Ну и Ярославна с этого ракурса. Еще разок посмотрите. Если только мимо куста пройти. Я посадила еще один куст в более низкое место с небольшим притенением. Но притенение — это такое дело в Сибири. Здесь невозможно создать газоны. 3-5 лет притенения, а затем погибает и дерево, и яблоня, и груша, и слива. И уже нет никакого притенения, а пион остается. И все-таки я считаю, что я посадила с притенением. Хотелось бы такой же статный, высокий, чисто белый сорт. Но что хочется сказать о гибридах, друзья, я немножко разочаровалась. Я выложу, конечно, видео с новинками. Но я не думаю, что все эти сорта будут такими мощными, такими прекрасными, такими длительно цветущими. Есть несколько гибридов.
Но среди них я выделяю только Red Charm пока что. А пионы с простыми цветами вообще облетают стремительно. У них не бывает длительного цветения. Хотя, возможно, и попадется такой сорт. Хочется все смотреть, смотреть. Но видео получится длинным. Вот они, полураскрытые цветы, уходят в непогоду. И взрослые тоже. Друзья, у нас на грядке в открытом грунте начались огурцы, чему мы очень и очень рады. Их, конечно, не сравнишь с огурцами в тепличных условиях выращенными. Они очень сладкие и запашистые. Теперь остается подождать помидоры, которые тоже все очень и очень уважают в наших сибирских краях. Ну а мне, видимо, захотелось поговорить напоследок. Жара нас измотала в этом сезоне, и засуха. Действительно, у человека теряется вся энергия, ты ничего не можешь. Нужен длительный отдых. Ну а дача, друзья, это такое дело, она не предполагает того, чтобы ее просто бросили на произвол судьбы на время жары. Не знаю, насколько оптимистичным получилось это видео. Немножко грустно. Разводите, друзья, пионы. Ах, какая красота. Заканчиваю видео, друзья. С пионами попрощалась на всякий случай. Конечно, что-то будет доцветать. Например, неон еще не открывал свои цветы. Но все же это будет уже не то. Всем удачи, хорошего летнего настроения. До новых встреч!